Всадники Рохана! Нет ли вестей с севера? Что привело эльфа, человека и гнома в наши края? Отвечайте! Сперва сам назовись, всадник. Тогда и я представлюсь. Я бы снес себе голову, гном. Но уж больно низко она от земли. Ты умрешь раньше, чем взмахнешь мечом! Я Арагорн, сын Араторна. Это Гимли, сын Глоэна, и Леголас из Лесного Королевства. Мы друзья Рохана и вашего короля. Теодун уже не узнает ни друзей, ни врагов. И даже своих родных. Саруман поработил его разум и завладел этими землями. Мой отряд остался верен Рохану. И за это нас изгнали. Белый колдун хитер. Говорят, он рыщет здесь. В облике старца, в плаще с капюшоном. И повсюду шпионы. Мы не шпионы. Мы гонимся за Урхаями по равнине на запад. Они захватили двух наших друзей. Урхаи убиты, мы перебили всех ночью. Там были хоббиты. Вы видели хоббитов среди них? Полурослики. Вы бы приняли их за детей. Никто не уцелел. Мы сложили трупы и подожгли их. Всех? Сожалею. Хазуфель, Арод! Пусть эти кони принесут вам больше удачи, чем прежним хозяевам. Прощайте. Ищите своих друзей. Но не верьте надежде. Она покинула эти края. Едем на север!